Для одной порции и соблюдения пропорций берем 0,5 молока, сахар и соль. Выливаем молоко в кастрюлю. Добавляем сахар, соль и 2 столовые ложки манки. Ставим на огонь и перемешиваем. Огонь на полную, чтобы молоко быстрее закипело. Через 5-6 минут молоко закипает. Убавляем огонь наполовину. Мешаем кашу, чтобы не было пенки и комочков. Варим, помешивая, еще 5 минут. Все, каша готова. Кому погуще, варим дольше. Все просто.